При весе в 47 килограммов Диана Забелина поднимает 77. Тяжелые штанги девушку не пугают. Она пробовала себя в гимнастике и танцах, но выбор остановила на пауэрлифтинге. Сначала думала, вот попробую, просто интересно. А потом как-то так затянула. Росла тоже и чисто по ощущениям, потому что, наверное, какой-то адреналин, который во время тренировок я ощущаю, прилив сил. И к тому же это разрядка. Заниматься пауэрлифтингом Диана начала в 16 лет. За полтора года тренировок девушка успела поучаствовать в нескольких соревнованиях. На последнем областном чемпионате спортсменка заняла второе место в своей весовой категории. Было трое человек среди нас. Одна была, она сейчас сделала результат КМС. Но вот она заняла первое место. И другая девчонка, которая только начала заниматься, она сделала третий взрослый, по-моему. В пауэрлифтинге есть три базовых упражнения – приседания со штангой, жим лежа и становая тяга. Хрупкой девушке для того, чтобы успешно их выполнять и брать большой вес, нужно освоить правильную технику и развивать мышцы. Пример для Дианы – ее тренера и мама, чемпионка по пауэрлифтингу Елена Забелина. Я постоянно вижу ее успехи. И, в общем, конечно, я желаю ей самого лучшего. И, например, тренеру, которого я занимаюсь в Нижнем Новгороде, это Сергей Шульпин. Пример для подражания. И тренер, с которым я занималась в Сарове, это Владимир Калиниченко. Он, о его славе многим кому известно. Так что можно сказать, что они мои кумиры. Сейчас Диана готовится к очередным соревнованиям, которые пройдут в декабре. В следующем году девушка хочет добиться уровня КМС. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.